Всем добрый день. Кроме кроликов у меня еще огород есть. Так что буду вам его показывать. Это наш сад. Цветы растут. Вот. Тыква. Подняться хочет куда-то. Ну, вот такие вещи. Должно было быть где-то. Вот, не сожрело. С помидорами не повезло, но баклажана сколько хочешь. Баклажанов много. Так что... На следующий год уже с помидорами будем что-то делать. Хорошо, когда все с огорода собираешь. И вот перчики такие есть. Созревают. Ну и, конечно же, наши любимые кролики. Отдыхают после свежего сена. Ну, некоторые кушают, некоторые отдыхают.